Ну чё? А чё, ещё час ждём и валим. Мы и так уже 3 часа ждём. Ну чё, блин, в этом весь кастет. О! Блин, ты, да ладно, иди ты сюда уже! Это тебе обрыл, бро! Да иди сюда уже, хватит запечь на этот сад! Иди сюда, завязывай! Я 3 часа его надувал, да тебе! Да лучше ты на 3 часа раньше явился, ё-моё! Ты чё, предъявил, что ли, сходу? Лучше ты на 3 года пораньше вернулся! Ты что за черт? Иди сюда! Иди сюда, это черт! Это Ромик! Ромик гоник! Тише, тише! Чё? Это Ромик, он со мной, нормально! Знаешь, что за него? Да-да-да, знаю, ручаюсь! Меня зовут Кастет, очень приятно! Все, Роман, а ты что, снимаешь, да? А, дай сюда! Держи, повыше подними! Да ты дурак, может там подарок для тебя? Подарок для меня? А ты? Это у меня, для него есть подарок! Братан, пойдем быстрее! Пойдем, пойдем! Закрой глаза, закрой! Кастет, если ты что-то придумал такое, я тебе уломаю. Ромик, сейчас такая бомба будет. Погоди, погоди, погоди. Вот здесь тебе подаю, садись. На карты давай, на карты. Закрой глаза! Смотри, Кастет, если ты опять что-то удумал, я тебя ушатаю, понял? Да кто с тобой спорит, что ты меня ушатаешь? Да я тебя предупредил. Давай, закрывай глаза. На счет 3 открывай свою душеньку для моего подарка. Раз, два. Кастет, сука! Хорош, хорош! Бро! Хорош! Не лезь в родственные связи, сука! Можно сказать, что я его уработал. Голые штаны! По усам текло, а в рот не попало. Че думаешь, я развлекаться приехал, что ли? У меня тут дела есть. Я думал развлекаться. Есть пару рублей? Сейчас, короче, пойдем, мы горячий поставим с тобой, да, Роман? А он пускай ходит, пойдем. Да куда ты пошел, а? Чу. Какие пару рублей? Я уезжал, помнишь, краля была тут одна? Ну, помню. Ну, вот я приехал за ней, можно сказать. Блин. Не хотел тебе, бро, говорить. Она тут с одним чувачком трется. Че? С каким чувачком? Пойдем, покажу. Ну пойдем уже! Ром, сумку возьми. Мой райончик. Мой. Ты что, меня снимаешь? Я говорю, меня снимаешь или что? Нет. Свадьбу снимаешь? Снимаю. Ну так телефон дай. Ща, пару секунд визитку принесу. Заснял? Заснял, Васька? Да, крупным планом. Короче, вот это Васек, он с Василисой твои трется, понял? Вот этот? Да. Стоп. Да, он еще что-то про свадьбу мне там говорил. Про чью? Про свою, наверное, не знаю, я снимать буду ее. Ты дурак же. А, ты че, Рома? Ты метнулся? Я же оператор просто. Короче, стой здесь, я ушатаю. Быстренько, быстренько. Какой ушатаю? Ты что думаешь? За 3 года тут ничего не поменялось? А тут, блин, камера везде, вон, как у этого. Лупка на за***ь. Надо здесь, короче, схему уработать, понял? И что ты предлагаешь? Приходишь с ним один на один. Говоришь, я бро, сливочное очко. Дебил, блин. Встал с ним, отвлек я его в зону амнезии палкой, хоп. И он ничего не помнит, пом? Забираем Василиску, свадьбу, все дела, он снимает. Норм? А если ты немножко не рассчитаешь? Короче, все будет ровно. Ром, ну ты ебан***, что ли? Отойди подальше. Давай. Пойдем на переговоры, Роман. Здорово, Кастет! Короче, Васек, 3 года чел как по алгеирам откинулся и серьезное намерение к твоей Василисе имеет вплоть до сливочного очка.
сука, говоришь, что будет? Да ну не я откинулся. Ты что, весь район бухлит уже третий день. Пришел тут один чел, серьезный вообще. 3 года по лагерям, говорю, смонается. К Василисе серьезное намерение имеет. Ну и что, так надо решать что-то? Ну решать надо, но надо, схема нужна. Ты что, замочить его нахер? Да какой, блин? Вот здесь. Схема, понял, все можно решить просто без мокрухи. Ну давай, предлагай. Долг простишь? Прощу, давай. Так, короче, смотри. Забиваем ему стрелу, я все организую. Один на один с ним встречаешься, отвлекаешь, я сзади подкрадываюсь в амнезийный зом, и ему пум! Он, короче, ничего не помнит. Кто он, кто Василиса, кто я, кто ты. За город вывезли, выкинули, все. Опрос решен, без мокрухи. Давай, все. Я пошел договариваться. Давай, давай. Телефон мне принеси. Короче, как договаривались, отвлекаешь, я его... Бум! Амнезия! Пошел! Давай! Все! Макгрегор! Пу-пу-пу! Здрасте. Это ты к моей сестре подкатываешь? Сестре? Василиса моя сестра. Да. Пришел посвататься, руку пожать. Да нахер ты нам надо? 3 года по лагерям чалился, а? Угораешь, что ли? Я же вожатым был. Орленок, фиксиками бегал. Оп! Оп, утренние все, процедуры. Все. Да ты че, гуманитарий, что ли? Ну да, че? Я потом объясню тебе. Вот костец, сука. Прыгнись нахер, замочу! А чё двоих-то? Выживает сильнейший, понял, Толик? Я Ромик. Я так и сказал. Кто из них двоих быстрее очнется? Бро! Бро, пипец, он тебя ушатал! Ну я смотри на эту жопу! Я просто ушатал его, ты понял? Теперь у нас с тобой, бро, 3 варианта. Закопать, расчленить, утопить. А лучше, короче, все сразу, но лучше наоборот. Мы с этим длинным, за веревками и лопатой, а ты охраняй Васька, чтобы не укатился. Давай, Рома, быстрее. Блин, чтобы я еще раз шавуху взял с солеными огурцами. Фу. Бро! Бро! Что? Васька, что ли, потерял, блин? А? Где Васёк, спрашиваю? Да он под ногами твоими. Шапку сними. Ты чё, братан, его закопал? Прикинь, он его закопал! С моим бро можно иметь дела, не то что с тобой, шавуха, ты длинное чмо! А чё он грустный так? Вон там, Василиса твоя, погнали! Да Васёк сказал там, что Василиса это, гей. Геймовер, вот, так он сказал. В смысле? Мужик у нее есть, скоро свадьба. Чё-то, короче, походу дело братишка закис по поводу Василисы. Вот ты ее один раз 3 года назад на дискотеке видел, все. Считаешь, что это большая любовь, а я считаю, что это большая ошибка. Я у Васька кое-что подрезал, и теперь это по праву считается нашим. Ты любишь Василису? Ну да. Любит Василису. Все, значит, едем сейчас за Василисой. Выманиваем ее на свиданку. Потом я ей делаю удар в амнезийную зону. Везем ее в ЗАГС, Ромик снимает. Все, прыгай в машину. Поехали. Ромик, ну прыгай, что ты? Слушай, а там, походу, занято. Угу, скажешь, ты еще Васек там сидит. Ну да. Не понял. Костет, говорю, ушел? Да. Иди сюда. Братан, у тебя долб***ёб, надо проучить его, я тебе 10 дам, подыграешь мне? Ну и плюс Василисе еще за тебя скажу. По рукам? Да. Держи, как договаривались. Спасибо за визитку. Фамилия у тебя интересная. Понравилась серия? Ну все, тогда подписывайся, ставь лайк и жди новые приключения этой великолепной троицы. Ты меня снимаешь, говорю? Нет. Че ты ржешь, блин? Давай сначала.
Васек ушел? Пу, ёпта.